Добрый день, уважаемые учащиеся! Сегодня я продемонстрирую урок в 11 классе, раздел номер 3 «Разработка когнитивных навыков посредством гимнастики». Тема «Комплекс упражнений на гимнастических снарядах. Разминка с гимнастической палкой». Техника безопасности. Одеть соответствующую спортивную форму, кроссовки, освободить рабочее место от лишних предметов, остерегаться острых углов. Пол должен быть сухим. Во время упражнений на полу расстелить коврик, либо гимнастический мат, если имеется, либо курпешку. Опорный прыжок через гимнастического козла и гимнастического коня. Прыжок через гимнастического козла – это базовый гимнастический элемент. Прыжки через коня требуют комплексной подготовки, которая заключается не только в тренировке физической формы, но и освоении координационно-технических навыков. Существует несколько видов прыжков через гимнастического коня или гимнастического козла, хотя все они имеют схожую механику и фазы движения. Освоение любого вида прыжков почти гарантированно упростит выполнение других техник. Фазы опорного прыжка. Разбег. Дистанция и скорость разбега зависят от высоты положения снаряда. При выполнении сложных техник или при безопорном прыжке дистанция разбега значительно увеличивается.
Наскок на мостик осуществляется во время достижения максимальной скорости. Это способствует инерционному выталкиванию и успешному преодолению дистанции. Крайне важным считается работа толчковой ногой и точное попадание в место толчка. Толчок – взрывной элемент, который сопровождается взмахом рук вверх-вперед. Полет – фаза полета после толчка. В этой фазе важно соблюдать траекторию со слегка согнутым положением тела. Толчок руками – ключевая и наиболее сложная фаза. Толчок заканчивается при пересечении ногами вертикали площади опорной поверхности. Полет после отталкивания. Техника зависит от вида снаряда. Приземление требует группировки. При расслаблении во время приземления равновесие будет хуже. Осуществляется за счет быстрого переката с носки на полную ступню. При этом носки разведены в стороны. Пятки удерживаются вместе.